Я думаю, что холодная война давно уже переросла в горячую, потому что мы видим, что убивают людей, убивают детей, убивают журналистов, убивают вообще ни в чем не повинных граждан и Украины, и России. Поэтому холодная война перешагнула через тот рубеж, который называется холодная. Что касается применения огневой мощи, я думаю, что мы пока не готовы к этому шагу, потому что это очень серьезный рубеж, и мы можем перешагнуть точку невозврата. Это страшно не только для Украины, это страшно для всего мира.